Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Раз-два, как слышно меня? Слышу тебя хорошо, прием. Стоять, вонючие ублюдки! Я дурак, бросай оружие! Тихо, погнал, успокойся, все, там нет никого. Андрюха, у нас труп, походу, криминал, попоним? Сдохни, мусор! Казанова, а ты что делаешь-то? Да тут одного сотрудника к награде хотят представить. Начальник отдела попросил документ на него собрать. Слушай, заодно мой почисти, пожалуйста. Слина не успеваю. Так. Что творится-то? Убили! Кота моё убили! Бабуль, успокойтесь. Сейчас будем разбираться. Чё думаешь? Андрюх, походу убийство. Мой кот с утра сидел на заборе, орал, вышел сосед и просто застрелил его! Бабуль, ну я же вам говорю, успокойтесь, пожалуйста, не надо нервничать. Вот, попейте водички. Давайте, по порядочку. Значит, мой кот с утра вышел и начал орать на заборе. Вышел сосед с ружьем и застрелил его. И это все? Да. Но получается, никаких зацепок? Сложно. Так, давай выдвигайся на место и попробуй там что-нибудь нарыть. А я поработаю со свидетелем. Хорошо. Сейчас я как раз закончил, быстро распечатаю. Документы мухомору занесу и сразу на место. Давай. Ну а вы, бабуля, главное не нервничайте. Жизнь подвеска, как у всех, жесткая и плавная. То второстепенная, то дорога главная. Солнышко за козырек, и это дело верное. Стало сердце... Я на месте. Провожу первичный осмотр места преступления. Странно. По периметру дома труп кота не обнаружен. Видимо, бабка что-то перепутала. Андрюх, ты? Видимо, бабка адрес не тот дала. Да я! Адрес точный, просто Вера Павловна сейчас немного занята. Так, сейчас нормально будет. Ну, хорошо. А, ну вот, сейчас еще немножко. Я закончу. Наконец-то зацепочка. Очень интересно. Дедушка, вы тут никого странного не встречали? Нет.
У нас тут места тихие, спокойные. Если кто и пропадет, то уж точно не найдут. А, ну понятно. Кот только орал всю ночь, сука. А вы случайно выстрелы не слышали? А нет. Сам стрелял, а чужие не слышал. Интересно. Очень. Пойдем ко мне. Я тебе чаю на травах налью. Подвал свой покажу. Может, что и потрогать дам? Да не, дедушка, спасибо. Мне некогда. У меня сегодня брови. Другой раз. Что бы сделал на моем месте Круз Кастильо? Не обращай внимания, это временная татуировка. Дело дрянь, что у тебя? Согласен. Слушай, ну у меня всего одна зацепка. Так это то, что надо? Да? Конечно. Точно. Так, а что будем делать с бабкой и с заявлением? Не называй ее так. Просто Вера. А с заявлением все в порядке. Подали. На следующей неделе свадьба! Да ты чё, Андрюха? Поздравляю, Андрюха! Ну ты молодец! Как здорово, что все хорошо заканчивается, Андрей! Да. Предлагаю это дело отметить! Ну у меня все для этого есть! Давай! Так, чё там у нас? 23-е! Хорошо! Да-да-да! Ладно, отметили. Пора и за дело браться. Пора, Казанова.